Дочь Назарбаева – владелица дома Шерлока Холмса в Лондоне. В здании расположен музей главного британского сыщика. Владельцами дома на Бейкер-стрит в Лондоне, где жил герой рассказов Артура Конана Дойла Шерлок Холмс, являются дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига и ее сын Нурали Алиев. Вот так выглядит дом Шерлок Холмса, музей. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии.